В Хакасии закончилась вакцина от коронавируса. Те, кто был записан на прививку сегодня, не смогли ее поставить. По версии Минздрава, неприятная ситуация возникла по вине завода-изготовителя. Производители должны были отправить в Хакасию вторую партию вакцины в минувшие выходные, но не сделали этого. Причина в том, что предприятие не справляется с объемами. Запоздавшие 2000 доз в Абакане ждут завтра. Вакцинация сразу будет продолжена. Мы решили не сдвигать график и запись тех людей, которые записались заранее на оставшиеся дни недели, а действовать следующим путем. То есть все получат в срок вакцину, начиная со среды, а те, кто должен был вакцинироваться в понедельник и во вторник, смогут это сделать в дополнительно развернутом кабинете. Ну, мы их обзвоним, согласуем время. Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса в Хакасии началась с 12 января. За две недели прививку поставили более 3500 человек. И это гораздо больше, чем ожидали медики. По их прогнозам, первой партии вакцины должно было хватить до февраля. Но она закончилась сегодня.